На прошедшем заседании областного правительства обсудили ряд законопроектов, касающихся социальной поддержки населения, формирования благоприятного инвестиционного климата, а также приведения отдельных положений областного законодательства в соответствии с федеральным. На рассмотрение в законодательное собрание Кабинет министров направил документ о получении ежемесячных пособий для семей с первым ребенком от 1,5 до 3 лет. Выплату смогут получить мамы не старше 25 лет, родившие первенцев с 1 января 2019 года. Женщина получит возможность, во-первых, использовать эти средства на нянь, на другие цели, то есть не оговариваться законом, куда эти средства нужно направить. Поэтому это дополнительная поддержка семей, которая будет реализована у нас в регионе. Сумма пособия составит 3000 рублей. Средний душевой доход семьи не должен превышать 15 500 рублей на каждого. На предоставление выплаты из областного бюджета будет выделено порядка 54 миллионов рублей. Изменения коснутся также программы инвестиционной деятельности. Касается это работы бизнеса в рамках государственно-частного партнерства. Мы усиляем блок государственно-частного партнерства, чтобы помогать и органам исполнительной власти, и самим предпринимателям создавать и упаковывать эти проекты, создавать финансовые модели, и чтобы бизнесу, еще раз повторюсь, была привлекательна эта сфера. Финансирование поступит благодаря перераспределению бюджетных средств. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Ульяновской правды.